Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале «Вязание с Татьяной». И сегодня мы с вами начинаем очередной обзор по пряже. Ненадолго я смогла, как говорится, остановиться, отдохнуть, поэтому решила привести еще для нас пряжи. И на сочной, естественно, ее больше всего. Потому что девочки записываются, думаю, если я сейчас не привезу, то я потом просто в ней заковыряюсь. Пришло ее достаточно много. Не знаю, хватит на всех или не хватит, потому что пока я заказ оформляла, пока я забирала, девочки там еще записывались, но много привезла. Для новеньких девчонок я хочу сказать, что прежде чем участвовать, девочки, пожалуйста, посмотрите под этим видео ролик, инструкцию, да, с правилами участия в моей закупке. Закупка проходит в группе вязания с Татьяной, на площадке группы ВКонтакте. Поэтому, если вы просматриваете ролик, и если вас все устраивает, то, конечно же, я вас жду, приходите и присоединяйтесь к нам, девочки. В группе есть альбом, который называется «В наличии». Там, естественно, не вся пряжа, которая представлена, есть у меня в наличии. Носочка уходит очень быстро. Вот. И девочки, которым неважно, да, сколько она будет идти, которые готовы ждать, там под ней записываются. Вот видит моток этого цвета, записались там один. И когда я ее привезла, соответственно, я плюсики, сердечки ставлю, значит, она вам пришла. Дальше смотрю, следующий сбор идет, считаю, сколько, и заказываю. Поэтому, девочки, учитывайте, пожалуйста, это. Я об этом говорю всегда, в каждом ролике, но не все меня слышат. Итак, давайте начнем просмотр. Начну я с пряжи носочной Нака Боха. Естественно, пока есть Боха на складе, надо его привозить. Вот такая вот расцветка, это все цвета в основном все новые, их очень долго не было, больше года не было пряжи этой на складе у поставщика. Вот, и она появилась, вот второй раз я ее завожу. Нака Боха, состав 75 шерсти, 25% полиамид, в 100 граммах 400 метров, девочки. Спицы, которые рекомендует нам поставщик, производитель, 2,5-3,5, я вяжу обычно 2,25 или максимум 2,5, но больше всего 2,25, конечно, я ее вяжу, эту Боха. Вот такой цвет, это цвет номер 82448, вот такие оттенки. Оттенки тут присутствуют разные, да, и темные, и светлые, и сиреневые, вот такие. 82448. Я перенесла по одной упаковке сюда снимать, да? Ну, просто смысла нет нести больше на один цвет. Так-то ее прилично пришло разных цветов. Поэтому просто вам хочу показать, сколько пришло ее. Вернее, какую пряжу пришло, какая пряжа пришла, какие цвета. Дальше, вот такая вот зелень, зеленая расцветка, вот такой носочек из нее будет, камуфляж, этот цвет 82447, это преобладание зеленых цветов здесь, от темных до светлых, перемешивается с белым, серым, вот такой моток. Так. Дальше. Будем шуршать, все как обычно. Вот такой вот радужный моточек, вот такой носок Winter Garden. Вот такой красивый цвет. Это у нас цвет номер 82454. Вот такая прелесть красивая. Цвета все, конечно же, красивые. Когда ты видишь столько носочной пряжи, ну просто невозможно устоять по этой пряже и не взять себе пряжу для носков. Так, здесь все у нас оттенки голубого, синего,
вперемешку с белым. Вот такой. Цвет индиго. Носок у вас получится. Это цвет номер 82-450. Вот. Нака Боха. Покажу пока вам всю Боха, да. А потом уже отдельную пряжу. Очень красивый цвет. Цвет сиреневый. Purple Rain. Вот такой моток, носочек вот такой может получиться из этой пряжи. Цвет 82-456. Вот. Здесь оттенки сиреневых цветов. Все собраны. Так. Дальше. А, это я уже взяла не Нака Боха, это Гималая Сокс. Гималая Сокс. Также я что-то смогла взять. Покажу вам сейчас. Гималая Сокс. Вот такая расцветка. 75% супервош и 25% нейлона. 100 грамм 400 метров, девочки. Цвет номер 160-04. Здесь оттенки вот такие собраны. И салатовый, и оранжевый, и синенький присутствуют. Вот. Тоже пока есть на складе, поэтому привезла. Дальше. Нака Боха. Тоже оттенки синего. Или голубого. Так, вот такой цвет. Цвет номер 32-449. И мы можем с вами получить кемпинг. Вот такой вот носочек. Вот такого цвета. По 5 моточков мы носочную пряжу делим на моточки и приобретаем ее моточками. Дальше тоже для любителей синих тонов. Это Нака Боха. Также для тех, кто любит синие тона. Цвет 32-450. Это Нака Боха. Вот такой вот может получиться носок. Вот. Разноцветный такой, как будто радужный, да? Это синие оттенки. Дальше. Да, Гималая Сокс, видимо, только один цвет. Ну, ладно. Очень красивый цвет. Цвет прям осени. Осенняя расцветка для вязания осенью осенних носочков. Нака Боха. Вот такого красивого цвета. Цвет номер 82-445. И вот такой мы с вами можем получить носок. Фокус. Вот. Вот он. Красивый цвет, просто необыкновенный. Тут даже листики нарисованы. Осенние расцветки. 82-445. Далее. Также Нака Боха. В серых тонах. Мне очень нравится этот цвет. Вот такой вот он серенький. Это из старой коллекции. Цвет 82-449. И вот такой мы можем получить носочек. Очень красивый цвет. Мне прям нравится. Дальше. Боха. Еще в одном цвете. Посмотрите, какой. Вот такой. Вот такой носочек можно получить. Вот такой красивый. Этот цвет 82-455.
Так, Танака Боха, мне кажется, все по цветам. Я взяла еще Газал Happy Fit, ну, два цвета. Вот этого цвета давно не было, взяла две упаковки. Цвет 32-43. Газал Happy Fit. Любовь, вся любовь к носочной пряже, мне кажется, складывается из Газал Happy Fit. Обалденная пряжа, 75% супер вош мерино вул, 25% полиамид. Мягкая, нежная, очень ласковая такая пряжа. Ну просто класс. Цвет, как я и сказала, 32-43. Вяжу я ее на 2,5, девочки. Разматывая вот эту пасму, мы получаем там 2 пасмы. И вяжем, когда из нее получаем 2 одинаковых носочка, то есть по цвету. И вторую расцветку я взяла вот эту. 32-54 номер цвета, это лимончик. Серый и вот лимонный цвет, очень красивый. 32-54, одна упаковочка. Все, фиты я больше не брала. Всего у Газал Happy Fit 15 цветов. Так, дальше давайте посмотрим, что здесь было. Так, одна упаковочка пряжи от Ернард Nordic. Вот в таком красивом цвете. 3 моточка. Это тоже получается, когда вяжешь, получается жаккардовый узор. Цвет номер 660. 20 шерсти, 80% акрила, 150 грамм, 510 метров. Вот такой красивый цвет. Оно вон открывается, оказывается. Давайте посмотрим поближе. Вот такой достаточно большой моток. Да? Вы видите его, как он выглядит. Не маленький такой. Вот он прям вот я его держу. Вот такой вот красивый моточек. Итого 450 грамм. На точке 1500 метров. Ой, в упаковке 450 грамм. И вторая расцветка Ернард Nordic. Это в синих тонах. Ну, больше такие голубые, бирюзовые тона. Цвет 652. Дальше. Пряжа от Ернард Baby Color. 5 моточков, цвет 51-33, 50 грамм, 150 метров, 100% акрил. Белая пряжа с краплениями желтого и зеленого цветов. Дальше просто Ернард Бэби, серенькая расцветочка. 100% акрил, 50 грамм, 150 метров, 855 номер цвета. Дальше. Новинка, девочки, от Газал. Вообще считается носочной пряжей. Газал Happy Fit Unicolors. 50 грамм, 165 метров, 75% мериносовая шерсть, 25% полиамид. Это и есть носочная пряжа. Вот на этикетках мы видим, что вяжут из нее носочки. Цвет номер 35-50, но я ее не делю на мотки. У меня не поднимается рука вязать из нее носки. Поэтому я данную пряжу на моточки не делю. 50-граммовый моток, в упаковке 500 грамм. Поэтому такая пряжа у нас у меня идет только упаковками. Ну, я считаю это кощунством вязать именно из этой пряжи носки. Я делить их не буду. Сейчас хочу вам показать просто обалденную расцветку. Просто бомбическая расцветка. По-другому я не могу назвать. Очень красивая. Посмотрите. Это шикарнейшая расцветка. Также от Газал. Я ее открою. Это Газал Unicolor. Девчонки. 5 мотков. Вы посмотрите, какой шикарнейший цвет.
Это пряжа же ручного окрашивания, да, идет. То есть тут она идет как бы секциями, неравномерно окрашенными. И светлые, и темные. Вот такие вот голубые, бирюзовые тона. Цвет номер 1346. 100% меринос. 100 грамм, 197 метров. Вот она. Посмотрите, какая прелесть. 5 моточков таких. Как невероятной красоты. Очень красиво. Вообще, расцветка просто великолепная, девочки. Очень красиво. Так, дальше. Одна упаковочка Нако Париж. 60% полиамид, 40% премиум акрил. 100 грамм, 245 метров. И цвет это номер 4229. Это вот такая вот серенькая расцветочка. Так, одна упаковка Фибра Натура Папирус. Полностью из натуральных составов состоит она, да? 78 хлопок и 22% шелка, по-моему. Не вижу. Прям мелко-мелко написано. 150 грамм, 120 метров. Цвет номер 229-14. Да. 22% шелк. По-моему, шелк, девчонки, вообще не вижу. 10 моточков вот такого цвета в этой упаковочке. Так, и последняя пряжа, которая была у меня в мешке. Это вот Гималая Ультра Кашемир. Темно-синий цвет, 10 моточков. Открыть не могу, упаковка запаянная. 50 грамм. Сколько? 175 метров, цвет 56-819. 75 акрила и 25% альпака. Вот такая упаковочка была последней в нашем обзоре по пряже. Все, девочки, на этом я заканчиваю свой ролик. Всем спасибо за внимание. Хорошего вам настроения, легких петелек. Извязывайте свою пряжу. И до новых встреч. Всем пока-пока.